И далее коротко о других событиях города и области. ДТП со смертельным исходом произошло в Бердянске. ВАЗ-2106 влетел в стоящий грузовик. В результате аварии пострадали 3 человека. Одна пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Водитель лежит в травматологии. Третий пострадавший получил незначительные повреждения. Правоохранители задержали 2 жителей Херсонской области, намеревавшихся ввести в Мелитополь около 3 килограммов вещества с характерным запахом марихуаны. Находку изъяли для экспертизы. Куйбышевский районный суд вынес приговор руководительнице диверсионной группы террористической группировки «Оплот». Сахара, таковым было прозвище женщины среди ДНРовцев, собирала сведения об обороноспособности украинских городов. В Бердянск она прибыла под видом студентки, но вскоре была задержана в ходе спецоперации. В ближайшие 5 лет Сахаре предстоит провести в местах лишения свободы.